Приглашаем на работу министров. В столице республики объявлен конкурс на соискание постов в молодежном правительстве Чебоксар. Аналогичная структура «Молодежное правительство Чувашии» успешно действует не первый год. Практика показывает, тесное сотрудничество руководства республики с молодыми политиками приносит плоды. В администрации Чебоксар приняли решение о создании подобного органа на уровне города. Хочется, чтобы сегодня молодежь знала, какие направления приоритетны. Это патриотическое воспитание в первую очередь, это и развитие студенческого самоуправления, это и межнациональные, межрелигиозные какие-то взаимоотношения. Сегодня тоже очень тема актуальна в современных реалиях. Поэтому ребята будут развивать эти направления, да, реализовывать те проекты, которые в том числе будут сами инициировать. Ну и для нас, наверное, самая главная задача, которую мы ставим перед собой, это подготовка уже сегодня квалифицированных кадров для работы в органах как местного самоуправления, так и органов государственной власти. Условия конкурса можно узнать на сайте администрации города Чебоксары. Прием документов продолжится до 1 марта.